Приветствую вас. Первое, что рекомендую вам сразу, это книга Валентины Москаленко «Созависимость. Семейная болезнь». Скачать ее можно бесплатно, поможет вам разобраться с тем, что происходит, да, лучше получить несколько более полное представление о том, какое место занимаете вы в этой ситуации, какое место занимает мужчина в этой ситуации и так далее. Вот. А видите ли, значит, очень важным моментом является то, что алкоголики, они играют в игру, который так и называется, алкоголик. Вот. И до тех пор, пока им будет выгодно играть в эту игру, они будут ее продолжать. Поэтому никаких слов, ничего нельзя подобрать для того, чтобы убедить человека начать лечение. Ведь лечение — это выход из игры, а выход из игры — это очень страшная история, потому что человек, по сути, теряет вообще смысл своего существования. Вот. Поэтому найти нужные слова, да, это, по сути, миф, это, по сути, выдумка, это, по сути, поведение человека, который является спасителем в треугольнике Карпмана. А треугольник Карпмана — это вторая вещь, которую я рекомендую вам самостоятельно изучить в интернете. Вот, а третья — это психологическая игра алкоголя, изучив которую, вы сразу все поймете, что происходит и как. Вот. Другой вопрос. По какой причине, Ольга, вы позволяете уничтожать морально себя? То есть самая такая распространенная позиция людей заключается в том, что типа он же пьяный, не соображает, что делать, да, но проблема в том, что первую и вторую рюмку он выпивает трезвым. И он сознательно идет на этот шаг, и тут вам ничего не пойдет. Это то, что сложнее всего принять. Надо сказать, что люди выбирают себе партнеров, алкоголиков, не случайно, как правило, в семьях у таких людей тоже либо были алкоголики, либо просто были авторитарно подавляющие родители, которые не позволили человеку сформировать свои личные границы, вот, которые считают, что жить нужно для других, которые считают, что успех вообще не важен, и такие люди, они не склонны вообще чего-то в жизни добиваться, делать они только для кого-то. Вот вы, например, да, пытаетесь как бы сделать все для кого-то. Вы живете, по сути, этим человеком. А почему вы живете этим человеком? Потому что своего собственного смысла жизни у вас нет. Своей собственной самооценки у вас нет. Своего собственного жизненного пути у вас нет. И это очень важный момент. То есть важно сконцентрироваться на себе, чтобы мужчина увидел, что вот как надо. Сейчас же вы, по сути, повторяете поведение его как бы родителей. Вот. И все. Поэтому вам нужно именно вот работать над теми аспектами, которые я, собственно говоря, озвучил. Тут такой момент еще есть, что лечение молодого человека не исправит и не подкорректирует, собственно говоря, вашу какую-то позицию, да. Лечение мужчины, да, оно не исправит ваших сложностей, оно не исправит ваших каких-то проблем, вот, потому что вы-то останетесь прежней.
Вот, и даже если мужчина, он как-то вот вылечится, да, претендит, он будет вас принижать, потому что он будет видеть, что вы для него готовы вообще на, собственно, все. Вот. И это убьет его, как бы, уважение к вам. Поэтому в первую очередь работать над собой. Но я полагаю, что почитать книгу «Созависимость смены болезни» — то, что вам нужно в первую очередь. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.